Добро пожаловать в Чилл. Меня зовут Артем Дмитриев, сезоны сменяют друг друга, осень переходит в зиму, а это значит, пришло время подводить итоги. Что главное случилось с нами за эти 3 месяца? Стали ли мы лучше? Может быть, узнали что-то новое? Каким бы ни был ваш ответ, сегодня в программе в любом случае изрядное количество обновок. Примечательно и вполне предсказуемо, что все они созданы нашими братьями и сестрами, говорящими на русском языке. Традиционный выпуск Russian Tunes – обзор русскоязычной сцены осени 2018 года.